Забыл решт. Нормативе мало раздела послушки, но фактически вот то, что Сережа делает, это практически все. Там есть еще вода. Сережа, сделай фус и решт из воды. Да, собственно, и все. Забыл решт. Нормативе мало раздела послушки, но фактически вот то, что Сережа делает, это практически все. Там есть еще вода. Сережа, сделай фус и решт из воды. Да, собственно, и все. Не надо. Подойди ближе к команде, да? Музыка играет, ближе. Ой, я, блядь, на папку не...
Надо убрать нахуй эту музыку. Не надо. Разыгрывается ситуация, что это пьяный человек, и он изображает пьяного, а полицейские его транспортируют домой. По дороге домой у него выпадает какой-то предмет. Ну, в данном случае будут ключи. Задача собаки его подхватить и отдать в руки проводнику. Причем этот предмет в дальнейшем в конце упражнения отдается декою, ну, гражданскому лицу. Ну, типа он его довел домой, отдал, ну, и дал жене. Вообще весь норматив ПХ-1, у меня ПХ-1, он построен по принципу работы обычного линейного полицейского. Ай, молодец. Пусть. Верно, получается редко. О, получилось, но поздно. Надо было раньше. Иди. Иди. Кого могу? Я говорил, матюкаться нельзя, отпуска не будет. Собака всегда контролирует проводник декоя, удержание, всегда со спины. То есть собака всегда находится в безопасной зоне. Бэк-атак, атака догонку. Нормативу расстояние 120 метров от начальной точки до декора. Кстати, точки укуса в нормативе не нормативно. Бэк-атак. Атака догонку. Иди сюда.
Вообще, по нормативу расстояние 120 метров от начальной точки до декора. Кстати, точки укуса в нормативе 100% травма декоя, поэтому все близкие укусы делаются в ногу, а далекие в верхнюю часть человека. На самом деле по нормативу декой должен на велосипеде ехать, убегать. Но мы еще до этого не дошли. Побег где? Опять рукой дёрнул. Вот сейчас, по идее, он должен укусить в ногу. Нет, он не должен. Руку, он так решил. Это не есть ошибка. Должен. Юп, лос! И вообще в нормативе очень много...